Всем здорово. Вот такой вот у меня появился агрегат. Новый, нулячий. Совсем-совсем новый. Вчера только привез, собрал. Вот такой вот у меня теперь есть аппарат. Так. Все вроде собрал. Были, конечно, тут косяки. Когда вот этот брус прикручивал, здесь была внутри запорота резьба. Пришлось прогонять резьбу самому. Не укручивались болты. Короче, запорота была резьба на ухнарь. Поставил ремни, защиту. Вот. Совсем-совсем новый. Даже еще не пробовал ни хрена. Так, теперь такой вопрос. У кого есть такая коса, подскажите, пожалуйста. Натяжка ремней. Вот здесь показывают минимум 3 мм. Вот эта вот хреновина. Но она ставится здесь снизу. Но я ее не смог поставить, потому что когда я поставил ремни, я еле-еле наживил гайку с этой херней. С вот этой. А если бы я эту еще поставил, я бы ни хрена не наживил бы. Потому что вот эту вот тягу надо удлинять. Тут, кстати, забыл шайбу. Не знаю, что я сюда положил. Ну, короче. Она там как-то очутилась, эта шайба. Вот. Натягивать ремни, чтобы было сюда 3 мм. Как пишет книга. Или оставить, пусть так будет. Ну, короче, кто знает, подскажите. Я чуть-чуть, наверное, поэксплуатирую так, а потом ремни потянутся по-любому. Уже поставлю вот эту вот хрень. Такая вот косилочка. Ну, немного тут, видать, при транспортировке тут что-то потерто. Ну, это все фигня, на скорость не влияет. Тут тоже потерто. Ну, новое. 26 тысяч гривен. С карданом. 24 500 без кардана. Вот еще такой вопрос. Вот это вот цепок, пока мисс не нашел я ему никакого применения, на картинках нигде не показано за этот цепок, куда его хрена цеплять. Кто знает, подскажите. И еще один вопрос. Как вот эту, чтобы не сломать, херню открыть, посмотреть масло. Это сапун, я так понял. Ну и, короче, я его, думаю, чтобы не сломать, вот он крутится тут, ну он крутится тут, туда-сюда, короче, вообще. Ну, выковырять его или я хрен его знаю. Ну, чтобы, короче, не сломать, если у кого такая точно, подскажите, кто знает. Посмотреть там хоть внутри что-нибудь есть, масло какое. И вообще, какое масло туда, кто какое льет. Тут коробочка с ножами. С ножами. Ножи, конечно, тупые. Тупые, трындец. Ну, можно точнуть, если что. Вот. Теперь, как говорится, будем, дай бог, косить. Вот у меня там старая коса. Уже одно название от косы. Тут вот сейчас восстанавливаю прицеп. Прицеп одноосный с газоновским. Короче, здесь можно ставить спарку газоновскую. Фу, такой вот прицеп у меня. Еще отец когда-то его таскал, потом попродавал трактора, всю хрень. А прицеп, слава богу, остался. Потом он снял колеса, у него был пазик. Он на пазике рейсы топтал, колеса с него поснимал. Стоял он вот здесь. Тут на нем собралось мусора всякого, надо будет все поубирать. И ставить колеса и сделаем телегу под сено. А вот мой старичок,
моя старенькая косилка. Но мы ее тоже со счетов сбрасывать не будем, потому что есть такие места, где муравейники там. Ну, короче, пригодится она еще. Вот моя родная косилочка. 5 лет я не прохренячил. Здесь уже сенокос растет. Она на 5 тарелок, но я 4 кашу, потому что, ну, тут первая, вторая крутятся в одну сторону. И надо ставить, в общем, вот такую одну вот так тарелку, одну вот так, чтобы они не доставали ножами. Вот. Ну, тут, как можно видеть, люфты уже внутри. Ого-го! И начинают ножи друг об друга бить. Родных ножей на нее я не нашел. Родные ножи, а где родной нож? Где-то было у меня, по-моему. Нет, это не родной. Где-то я ставил, по-моему. Нет, это тоже не родной. Короче, родные ножи. А где у меня? Где-то, по-моему, был родной нож. Они чем-то похожи, как на польской, маленькие. Вот там. Где-то у меня висели родные. А, уже нету. Я их поставил. Как на польскую, но они такие, как более выгнутые. Сейчас. Тут, может, в мусоре где-то. Где-то я видел, короче, родной нож. Как найду, покажу. И вот. Короче, так что будем теперь косить новой косилочкой. Дай бог, чтоб все было в ажуре. Такая красавица у меня теперь есть. Ну все, всем пока.